Окна и погибла. Я просто увидела, она так в пижамке лежала, как будто прям живая. Трагедия произошла сегодня утром на Чулман-2. Из крана только кипяток. Набираем ведра, остужаем. Жители Гагарина 15 двое суток живут без холодной воды. Сделать все в лучшем виде. Удобно будет, очень удобно будет, потому что смотрите, как мы сидим. Исполком планирует обустроить стационарные точки продаж для бабушек-огородников. Шинное производство. Должны проверить блокировочные, аварийно-блокировочные устройства. Какую поддержку оказывают молодым специалистам и насколько улучшились условия труда? Об этом и не только. Прямо сейчас в прямом эфире «Нижнекамские новости» в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Выпала из окна 7-го этажа и погибла. Трагедия произошла сегодня рано утром в доме «Чулман-2». В этот момент родные погибшей 13-летней школьницы были дома. Известно, что семья полная, благополучная. Причину происшествия выясняют следователи. Я просто увидела, она так в пижамке лежала, как будто прям живая. Ну, спала вот. Ну, сама в шоке до сих пор, правда. Не могу просто. Жительница дома Чулман-2 до сих пор вспоминает трагическую картину. Утром она выглянула в окно и увидела на земле тело ребенка. Да, я видела, сегодня забирали. Но я соседей-то не знаю. А что видели? Ну, как она лежала, как забирали. И все. Трагедия, конечно, сама в шоке. Известно, что погибшей девочке было 13 лет. Она выпала из окна балкона 7-го этажа и при падении разбилась насмерть. Трагедия произошла сегодня в 4 утра. Очевидцы рассказывают, что тело ребенка было обнаружено здесь, со стороны 2-го подъезда. Известно, что девочка была из благополучной семьи и училась в 28-й школе. Соседи рассказали, что всего в семье 5 детей. В момент падения все родные подростка были дома. Сейчас, скорее всего, их нет в квартире. Во дворе дома бегает собачка семьи. Причину падения с высоты 13-летней школьницы выясняют следователи. Светлана Шумкова, Артур Халин, новости НТР. Двое суток без холодной воды, по словам жителей дома Гагарина 15, это хуже, чем нет горячей, тем более в жару. Умыться кипятком невозможно. Сейчас жильцы в ожидании решения проблемы. Что предпринимается? Алмаз Кашаев расскажет подробнее. 6 часов утра мы встали, воды уже не было. По словам Рашата Гарипова, у них дома на Гагарина 15 с крана течет только кипяток, что сильно усложняет быт. Не умыться, ни хотя бы попить воды. Набираем ведра, остужаем. И у нас оставалась святая вода, то, что набрали на крещение. Вот со святой воды чай попили. По словам пенсионера, впрочем, и другие жители говорят о том, что отсутствие холодной воды – это еще большая проблема, чем жизнь без горячей. Тем более в жаркие дни. Мамам невозможно помыть детей после прогулки. Вот в этом районе вообще у нас очень часто то нет воды долго, то еще поломка, то авария. И, ну, в общем, беда-беда. Сложно жить. С самого утра у дома работает спецтехника. Копает плотно, прямо у самого фасада. Специалистам необходимо установить точное местонахождение порыва в сетях холодного водоснабжения. Задача непростая, не факт, что она будет выполнена к концу этого дня, на что многие надеются. В случаях отсутствия холодной воды жители дома должны обеспечить подвозной. В момент нашей съемки водовозки на месте не было, она уехала прямо перед нами. Вода питьевая. Сегодня она тоже стояла и вчера стояла, но, видимо, может быть, или на обед отъехал, или вода закончилась, поехал заправляться. Водовозка в любом случае будет до окончания работы. Специалисты водоканала обещали решить проблему до сегодняшнего вечера. Алмаз Кашаев, Артур Халин, новости НТР. По уточненной информации, порыв произошел на сетях УКП ЖКХ 17. Именно их специалисты сегодня работали над устранением проблемы. А теперь к другим темам.
Теперь жители Татарстана могут получать налоговые уведомления на портале госуслуги. Ранее такая возможность была недоступна. Налогоплательщики могли видеть на сайте только информацию о налоговой задолженности. Благодаря обновлению граждане смогут заранее получать уведомления о начислении налогов и платить их без просрочек и пени. Там же теперь доступна кнопка для прямой оплаты налогов в несколько кликов и без дополнительной комиссии. Если налоговое уведомление направляется на госуслуги, налогоплательщикам больше не нужно ходить на почту за бумажными уведомлениями. Таким образом, получение налоговых уведомлений на госуслугах представляет удобный способ получения информации о начислениях и оплате налогов, что позволяет налогоплательщикам быть в курсе своих налоговых обязательств и своевременно выполнять их без лишних хлопот. На изготовление госнаград Республики Татарстан выделено почти 8 миллионов рублей. Тендер опубликован управлением делами РАИСа Республики на портале госзакупок. Будет изготовлено 80 медалей ордена за заслуги перед Республикой, 125 медалей за доблестный труд, 25 за заслуги в развитии местного самоуправления, 125 медалей 100 лет образования ТССР, 488 нагрудных знаков «Почетное звание заслуженный работник», 2 нагрудных знака «Народный учитель», 4 нагрудных знака «Народный артист Республики Татарстан», а также 2 нагрудных знака «Народный поэт». Исполнитель должен будет исполнить контракт до конца года. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР-24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24.ру. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19:00. Там же ведется круглосуточное вещание телеканала «Татарстан-24». Сделать все в лучшем виде. Такую задачу поставили в городской администрации. Речь идет о бабушках, продающих на улице урожай. Сейчас им приходится торговать там, где получится и как придется. Исполком планирует обустроить по городу стационарные точки продаж. Как на предложение отреагировали дачники, узнавала Анжелика Степанова. Зелень, укроп чаще берут. Вот зеленый укроп. Ну, укроп сейчас жаркой погоды, он плохо растет, его берут. Ягоды хорошо берут, малину. Большой спрос сейчас на яблоки, картошку и ягоды, рассказывают дачники. Вот только не все из списка в этом году уродилось. Чтобы продать остатки урожая, приходится порой сидеть целый день. Условия не самые приятные. Палящее солнце, пыль, осыпающиеся листья. Поэтому в исполкоме предложили решение проблемы. Наша идея в том, чтобы создать какие-то определенные стационарные красивые места, ну, чтобы они там в сезон продавали, потому что работают они там 2-3 месяца, не выгонять их, а найти им более приличные, красивые места торговли. В основном бабушки продают рядом с торговыми центрами, но не всегда это вписывается во внешний вид территории. В администрации предлагают сделать 5-6 стационарных точек продаж. Саму идею дачники встретили радостно, но считают, ларьков должно быть побольше. В каждом микрорайоне или рядом с крупными гипермаркетами. Хотя бы бетончики, вот хотя бы стульчики мы сами бы принесли, чтобы вот ящики не таскали, откуда-то не искали. И стульчики-то уж сами сможем. Вот были бы огражденные эти бетоны или что-то. Он там был раньше, убрали же. А так довольны мы. То, что здесь разрешают. Удобно будет, очень удобно будет. Потому что смотрите, как мы сидим. Какая это. Раньше ведь было вон на рынке, как хорошо, да, ведь были крышки, и крыша, и сиделка, и поставить было стульчик. Все хорошо было. Конечно, удобно, но желательно, чтобы по микрорайону был в каждом, не то, что вот на Бызовском или там колхозном, а чтобы в микрорайоне удобно будет. Начальник отдела по развитию предпринимательства Ильнар Сираев уже выезжал в город, чтобы ознакомиться с вопросом. Пообщался с бабушками, выслушал их мнение, а также призвал всех горожан высказывать свои идеи и предложения. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, новости НТР. Еще 3 ФАПа откроются в Нижнекамском районе в этом году, а именно в селах Кулмакса, Нижние Челны и деревне Наримановка. Современные фельдшерско-акушерские пункты будут соответствовать всем необходимым требованиям и нормам, сообщает пресс-служба администрации района. Новые объекты здравоохранения имеют процедурные кабинеты, а также кабинеты приема населения. Предусмотрены в них и санитарные комнаты. Сообщается, что ФАП, который появится в селе Кулмакса, будет обслуживать 170
74 человека. Чуть меньше, 158 пациентов, будет наблюдаться в пункте села Нижние Челны. В деревне Наримановка 107 местных жителей смогут получить первичную медпомощь рядом со своим домом. В Нижнекамске в день Стахеевского фестиваля организуют дополнительные трамвайные рейсы 20 августа с 6 до 8 утра. С 12.00 до 18 часов будут организованы дополнительные вагоны по маршруту номер 2. Также для удобства гостей фестиваля будет курсировать автобус от автомобильного кольца на набережной до трамвайной остановки «Красный ключ» с 10 до 18 часов. Напомним, что Стахеевский фестиваль «Верую» – это открытый межрегиональный конкурс родной песни, православной музыки и слова. И если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 400770. Напишите нам через сайт ntr-24.ru или по WhatsApp на номер 8-917-93-73-077. Элегантно по жизни. Под таким девизом отметили юбилей заслуженного работника культуры Татьяны Наговицыной. Женщине исполнилось 80 лет. В Нижнекамск она приехала еще в 1971 году. За свою жизнь успела поработать в газете «Нефтехимик», в Нижнекамском горкоме, КПСС, на предприятии «Нижнекамскнефтехим», а также в городской администрации. После выхода на пенсию Татьяна Андреевна стала преподавать в НХТИ. И сейчас именинница является участником Совета ветеранов. За годы жизни она успела встретить множество добрых и интересных людей. Сегодня они поздравили ее, устроив праздник в стенах 36-й школы. Почему мы здесь проводим эту встречу вот в Чесане Татьяны Андреевны? Потому что Татьяна Андреевна является наставником данного учебного заведения. И ее опыт, ее авторитет, он как никогда нужен молодому поколению, особенно педагогам. Настолько женственная, настолько интеллигентная женщина, красивая, симпатичная и в то же время настоящий профессионал, которым нам многим надо стремиться и долго-долго идти, чтобы приблизиться к этому прекрасному. Вот это редкий случай, когда все в одном человеке, все помещается и гармонично сосуществует. За последние годы престиж рабочих и инженерных специальностей только растет. Все чаще люди делают выбор в пользу трудоустройства на заводы. Как в этом плане обстоят дела на наших производственных площадках? Какую поддержку оказывают молодым специалистам? И насколько улучшились условия труда? В материале далее. Должны проверить блокировочные, аварийно-блокировочные устройства. То есть приступаем к делу. Альмир Гарипов работает в цехе вулканизации уже 4 года. Это, пожалуй, самое жаркое место на производстве. Но трудности парня не испугали. Он всегда хотел познать принцип изготовления шин. А самое главное – принимать в этом непосредственное участие. Это конечный этап сборки, как говорит молодой специалист, самый ответственный. За смену он выпускает более 300 шин. Альмир еще ни разу не пожалел, что устроился на Кама Тайрс. Все условия есть. То есть стабильность, чистота, порядок, спецодежда новую, чистую выдают. Кормят тоже хорошо в столовой. Современное оборудование, да. Это же как бы наш хлеб. Мы как бы хлеб выпекаем для себя. Самый вкус работает, как бы процесс само. И это не все плюсы компании. Благодаря инвестициям удалось поднять производство на высокий уровень. Оснастили цеха новым современным оборудованием, которое позволило упростить труд работникам. Таким переменам сотрудники рады. Они с удовольствием повышают квалификацию, участвуя в конкурсах профмастерства. Многим этот конкурс дает толчок расти профессионально. Процесс практически полностью автоматизированный, то есть минимизирован уже физический труд. Здесь хорошие все-таки заработные платы сейчас вот у нас стали. Удобный график работы, ну тоже вот поменяли недавно график работы. Мы можем развивать производственные мощности, то есть выпускать более качественные продукции, вот цельнометаллокорные покрышки, к примеру, и, ну, то есть развивать уже шинное производство. Обучают всему, помогают. Также как на работе, также получается с жильем. Можно по соципотеке жилье получить.
Завод не стоит на месте. Мы постоянно на заводе запускаем проекты. Оборудование обновляется. У нас будет обновляться модельный ряд, тип оборудования, условия для работы. Несмотря на сложные для многих предприятий времена, шинное производство наращивает производственные мощности. Выпуск шин не останавливается ни на минуту. Огромное предприятие идет ногу со временем. Вера Муратова, Булат Абдульманов, новости НТР. Качественная, а главное удобная белорусская обувь. В Нижнекамск приехала выставка-продажа, на которой представлено более 100 моделей обуви. В продаже появились и осенне-весенние модели, которые помогут подготовиться к холодам. Подробности далее. Более 100 моделей обуви. От строгих туфель до комфортных босоножек. Особенности белорусской обуви – это качество, удобство и легкость. Обувь создана для длительной ходьбы. Наши ножки во время ходьбы будут отдыхать. Вы будете с комфортом наслаждаться жизнью. Когда не совсем понятно, какую обувь вы хотите, можно смело приходить сюда. Ассортимент большой и на любой вкус. От яркой, современной до строгой, классической. Модельки для мужчин, пожалуйста. Различного ассортимента, модельки разные. Подошва, пожалуйста, она очень гибкая, легкая, комфортная. Здесь идет запяточник мягкий, и все стелечки идут у нас ортопедические. Не за горами осень. Ярмарка продажи уже готова к сезону. Здесь можно найти утепленную обувь из натуральных материалов. Женский ряд, к слову, здесь не менее богат, чем мужской. Каблучок у нас неощутимый, колодка очень удобная, устойчивая. Есть ботиночки на более низком, на шнуровочке. Для полных ножек тоже хорошо подходит. Есть удобная застежка для милых дам. Тоже легко одевается, снимается, удобная, комфортная, мягкая. Диапазон размеров широкий. Мужская обувь до 48 размера. Женские до 42. Спешите приобрести качественную обувь из Белоруссии. Павильон вы найдете в торговом центре «Барс-1» по адресу Менделеева, 31А, на цокольном этаже. Алмаз Кашаев, Булат Абдульманов, новости НТР. Съемочная группа программы «Джинсовка» в этот раз выехала за город. Там, в детском оздоровительном лагере «Заря», история закрутилась вокруг воспитанника Николая. Чем занимается мальчик, во что любит играть и в чем преуспел, можно узнать из очередного выпуска программы. Расскажи нам про вот эти вот ваши лагерные всякие штучки, свечки, ночные истории, страшилки. Все это делаете? Вызываете пиковую даму? Нет. Нет? Что вы так сплоховали? Мы вызываем Чарли. Вызываете Чарли? Какого? Чаплина? Нет, когда листока 4 по диагонали нет, и, короче, сначала да, потом с другой стороны нет и по диагонали. Ну, это какая-то удивительная история, которую понимает только детская аудитория. Почему именно 11-летний Коля стал главным героем молодежного проекта, вы узнаете сразу после новостей. Ну а на сегодня все, о чем мы хотели вам рассказать. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь до завтра. Хороших вам новостей. В пятницу 18 августа в Нижнекамске ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем плюс 32 градуса. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В субботу синоптики обещают незначительное похолодание.